Про жизнь можно думать по-разному. Можно думать о ней как о небольшом длиннике времени с разными жизненными периодами там, и так далее. И иногда это важно, особенно когда вы планируете свое будущее, когда вы пытаетесь принять решение, что сейчас правильно делать, во что правильно инвестировать, в какие навыки, в какие отношения там, и так далее. Но есть и второй подход, и он с точки зрения психического здоровья, а не с точки зрения принятия решений, куда более правильный. Наша жизнь на бытовом, собственно, жизненном уровне состоит из маленьких действий, маленьких событий. Ну, часто приходится слышать, когда человек говорит, вот я заварю себе чашечку кофе, сяду сигареты и вот буду наслаждаться. Не к тому, чтобы я рекламировал кофе и сигареты, но это умение найти что-то для себя важное и ценное в моменте. И чем больше таких моментов в вашей жизни, чем больше вы пытаетесь найти счастье в каждом шаге, в каждом вашем действии, в каждой встрече, тем лучше вы будете себя чувствовать. В конце концов, вот эта практика осознанности, которую активно популяризируют психотерапевты, она как раз и состоит в том, чтобы